Да, сюда, то есть у меня опасное положение, нужно сразу закрыть. Сюда для того, чтобы проводить атаку. Такую, сюда уходить, чтобы он, я его не навредил, он сразу хватает мне руки и блокирует. Это вот объяснение перехода. Поэтому мы можем еще сейчас поделать уже с таким пониманием, почему мы все-таки передвигаемся, а не останавливаемся. И тогда легче будет нам вот это то, что когда кто защищается, легче будет протягивать. Сопротивление, да? Хорошо. То есть мы поменьшим сопротивление. Если мы проваливаемся. Сегодня всех, кто пройдет, да? Я здесь уже делаю. Если вам понравится, тоже быстро здесь, ну, скажете, да, но если нет, так то вот, ага. Там уже я тоже заявлю вот, точку поставлю. Все, ладно, мы будем ждать. Давайте. Нет, лучше всего начать как с самого, да, чтобы запоминать первое. Это уже второе упражнение. Второе упражнение. Нет, это все первое упражнение. Только. Часть была. Да. Хорошо, прям просится. Да, хорошо. Два
сказать, ну, как и левый, и правый рукой, да, попробуем проводной. Нижнюю руку, да. Смотрите, для этого лучшего понимания, считайте, то есть смотрите, раз, два, три. Первый мы провал делаем. И эту ногу на место поменяли. То есть мы встали полностью вот вместе с ним. Вот. То есть он, я спрятал вас. Да, здесь вот очень важно вот эти смотреть. Вот эти кистевые моменты. То есть кисть должна даже вот это вот сюда прыгать. То сюда. Да. Если даже ты держишь, все равно я кручу. То есть в любом случае партнер будет чувствовать опасность, и он все равно отпустит ваши руки, иначе я их закручу. И он будет отпускать, и вы в этот момент перехватите. Так, попробовали, да? Да. Теперь, что происходит с человеком, когда мы... Как будет? Позиция? Да, мы с вами обращаемся. Вот. Так, как видно, нет, вот смотрите. Вот вам так сделали. Понятно, что позиция опасна. Потому что вы опять у вас открыт пах, то есть может быть удар ногой, как вы говорили, да? Просится. Вот нога, пах. Да? Да. Моя задача. Так, и плюс руки скручиваются и ну, то есть вас блокируют. Вам надо защищаться. Соответственно, вы начинаете разворачиваться в сторону вот этой руки. Развернулись для того, чтобы опять сделать атаку. Ну и вас
опять блокируют второй раз. Да. Такой получается у нас круговорот. Атака блок, атака блок, атака блок, атака, ну то есть атака защита. И крутиться можно бесконечно. Но когда-то надо останавливаться, поэтому существует техника остановки вращательного движения. Она такая, значит, смотрите. Во-первых, мы сейчас попробуем вот этот механизм сделать. То есть вас захватили, вам надо развернуться. Развернуться. Теперь я буду пытаться опять разворачиваться, правильно? То есть вот этот же механизм. Как не допустить это? Второй разворот у вас уже не будет так, что 4 пальца сверху здесь, а здесь так. У вас окажется вот так. И второй разворот. Вы уже понимаете, что у него выход один. И в тот момент, когда он только начинает сюда уходить, вы эту руку ставите сюда. Поднимаете на плечо большой палец, где лопатка. Заходите назад. Заводя вот эту руку назад. Да. Вот на плечо немножко. Еще раз. Так. Аккуратно, потому что здесь, если очень резко будет, то у вас ничего немножко. Это остановка вращательного действия и уже финальная часть первого упражнения. На этом заканчивается. Для того, чтобы понять все-таки, что это, то тут позиция лучника. Да? Позиция лучника. То есть вы натягиваете. В этой позиции. Вот так, когда вы наклонили, у него опасное положение, то что вы фиксируете это плечо и здесь. В любой момент можно нанести технику артени. Это сюда в колено, это сюда в подбодочник. Или схватить за шиворот и бросить вниз на землю. Ну это так дополнение к тому, что это такое. А с точки зрения гимнастического эффекта, это просто растягивание суставов, связочек. Попробуем. Сначала включим. Ну, желательно, да. Чтобы запомнить все последствия. То есть у нас получается вот такой вид. Вы делаете.
Вы разворачиваетесь, пытаясь провести атаку. Второй раз, да? Разворачиваешь что-то. Вы защищаетесь. Угу. Потом вы вас блокируете, вы уходите с этого положения, и его, конечно, вы утяните. Давайте еще. Посмотрю, как со стороны это выглядит. Защита. Входим. Руки блокируем. Вы защищаетесь. Так. Хорошо. Теперь вас заблокировали. Вы опять уходите. Да. Уходим. Уходите. Так. Разворачиваете партнера. Перехватываете руки. Ага. Вы даже сразу разворачиваетесь, потому что опасный положение было. И теперь в этот момент, когда партнер хочет уйти, да, второй раз вы блокируете. Вот. Да. Смотрите, вот в этом положении вам нельзя ни в коем случае задерживаться. Вы чувствуете, что он начал разворачиваться, и вам уже надо начинать разворачиваться. Смотрите, давайте еще раз. Все заново. Сейчас, подождите. Вы сейчас, да? Вы это говорите, да. Вот была позиция. Вот мы начали защищаться. Вот. И вы уходите, да, в эту руку. Меняя. Только вы не этой ногой уходите вот сюда. А по ходу движения. Раз. Давайте я тоже всем сейчас скажу, почему единственный вариант, единственный раз,
когда мы руку ломим, перехватываем вот так, 4 пальца сверху, единственный раз будет, а все остальное только вот так хватает. Потому что здесь блок идет. Мы вот так блок не можем сделать. Неэффективно, нерационально, вот так вот. То есть здесь вот сброс идет. Поэтому нам лучше всего вот так, поэтому отсюда 4 пальца сверху. Только поэтому. Если у нас кисть бы больше разворачивалась вот так, то может быть и так можно. Но так как эффективнее все, сброс стол. Только из-за этого. Ну что, давайте да, попробуем еще раз завершить. Мусал, руку вот так, не так вот. Да. Ага. Тебя надо, Телевизор просто. Сторону, да. Она права. Смотри, стоп. Стоп, стоп, стоп. Вы не должны выходить на линию. Почему? Потому что вы разворачиваетесь и выходите вот так. У вас вся идея разворота, то есть вот защиты со смыслом последующей атаки. То есть вы разворачиваетесь вот сюда, вот. Да. Нет, только вы не так читаете, подождите. Что-то не то произошло. Не так, наверное, взяли заход. Ну давайте заново, поэтому надо заново начать, чтобы понять, что это. Здесь вообще все четко, да, отлично. Здесь тоже все четко, перехват. Все отлично, вот, вот теперь да, вот. Так, и следующий у вас опять идет уход с этого опасного положения, стол бы нижний руки. Я все уже знаю. Нет. Кто такого? Первый портал. Да, значит, вы заканчиваете упражнение. А, я уже. Да. Вы уходите, перехватываете руки. Да? Вы уходите, разворачиваетесь, соответственно. Так. Вот. И вы опять пытаетесь уйти, но вы уже его уходите. Так. Ага. Ну, то есть закончить должен тот, кто защищал. Да. Это ага. Принцип. Принцип, что блокирует тот, кто защищает. Вся техника вот защиты, да, построена. На вас атакуют, вы защищаетесь. Атакуют, защищаетесь, так и защищаетесь. В конце концов, вы кого первым атаковали, тот и останавливает действие. Так, ну что, попробуем с вами. Не боюсь.